намечается просмотр фильмов. Купила я попкорн, он с карамелью. Зачем тратить деньги на кино, если можно пойти в магазин, купить попкорн, купить любой напиток, включить видео и смотреть с наслаждением. Зато потом никуда не нужно идти, садиться, ехать. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Погода отличная. Думаю, то, что погода вас радует. Солнечно, жарко и комфортно. Надеюсь, что вы купаетесь сейчас в бассейне и пьете шикарный напиток по имени Маргарита, безалкогольный. И вокруг у вас шикарные девчонки скачут. А я вот была в магазине продуктовом. Купил несколько продуктов, которые сейчас я вам покажу. Но перед тем, как показать, я хочу сказать вам еще одну вещь. Да, я такая болтливая, да. Хочу показать вам. Вчера посмотрела фильм «Толстая тетрадь». Рекомендую посмотреть. Очень познавательный. И, кстати, здесь очень шикарная школа выживания. Так что посмотрите этот фильм. Мне этот фильм очень понравился. Здесь о двух братьев-близняшек, которые выживают во время войны и пишут толстую тетрадь. И вы узнаете, как нужно жить по-настоящему, чтобы выжить. И плюс еще покажу вам чипсы, которые я купила вчера. Вот такие чипсы. Кстати, очень вкусные. Мне они очень понравились. Вот так они выглядят замечательные. Взяла еще вот такие замечательные крекеры, сухарики с добавкой пряности. Это палочки хлебные, их окутали такими пряностями. Очень вкусно, кстати, их кушать. Сейчас я покажу, как они выглядят. Вот так они выглядят, очень вкусные. Для задора, для позитива, с друзьями похрустеть самое оно. Итак, давайте я расскажу вам, что же я купила все-таки в Дикси. Взяла еще каталог, который в Дикси называется. Здесь рекомендации, что нужно купить, по каким ценам, что есть в магазине Дикси. Очень питательная, очень вкусная еда. В отличие, конечно, от больших магазинов, супермаркетов, ничем не хуже не отличающихся. Плюс, конечно, цены, конечно, чуть пониже. Но я думаю, то, что не стоит лететь за колбасой, которая стоит по 1000 рублей. Можно пойти шикарную колбаску купить по 2,20, которая раньше была. Ну что, первый экспонат у нас будет хлопья медовые, которые поедите и тут же полетите в космос. И плюс предлагается вам еще подарок. В футбол поиграете заодно с марсианами. Сыр сливочный. Очень вкусный, кстати. Можно сделать любые бутербродики с ними, рулетики. И плюс просто оторваться на пикнике. Сок добрый. Выпьешь его и станешь добрым. Особенно рекомендуется водителям, которые стоят в пробках. Да-да-да. Не надо шалить, детки. Зачем вы шалите на пробках? Шумите, пипикаете и сигналите, объезжаете на обочине. Вам дорога все-таки жизнь, не спешите. Поэтому выпейте сок добрый и наслаждайтесь жизнью. Молоко из Простоквашино предлагает вам котик Матроскин. Кстати, я полюбила кофты, который носит Матроскин кот. Очень, кстати, летний сезон, и то я заметила то, что самый бренд сейчас носить полосатые футболки, кофты. Они освежают ваш образ и плюс интригуют. Мороженое, которое обозначает вкусное, и главное, завьетесь после того, как вы его покушаете, завьетесь в вихре радужных оттенков и плюс замечательном танце, которое вам гарантирует лев. Сливочные сосиски. Да, это бренд, самый натуральный. Для того, чтобы сходить на пикник, пожарить их, скушать, плюс романтический сезонный репертуар. Сосиски сближают. Сближают сосиски, они очень длинные. Из них можно сделать очень шикарные розочки. Так что предлагаю мужчинам подарить своим девушкам шикарные сосисечные розочки. Два йогурта, один с вишней, другой с крыжовником. Кстати, очень вкусный крыжовник. И так что с вишней. Это молочные традиции Литвы. Сейчас много появилось новинок в магазинах, так что я уже попробовала такие йогурты. Кстати, могу сказать, что они очень и очень
вкусные. С ними можно сделать очень замечательный шейкер и попить с ними замечательный напиток освежающий. Итальянский кетчуп, да, можно взять его на пикник или просто съесть макароны, спагетти. Так что кетчуп у нас фаворит в холодильнике. Сыр российский тертый, да, его потерли немного, да. Кстати, очень удобная штука. Сварил макароны и посыпал фисташки, которые хрустят, и плюс скорлупки налетят. Очень классно, кстати, с такими играть в разные фантики. То есть, в принципе, на желание. Вы открываете, кушаете фисташку, загадываете желание или какой-нибудь фант, и ваши друзья исполняют. Так что рекомендую фисташки для игры. Крабовые палочки. Да, без них никак не обойдется в холодильнике. Они нас радуют, они нас забавляют в салатиках и в рулетиках, и также просто так с майонезиком. Майонез сближает и плюс удивляет. В любви признается нам. Это провансаль классический майонез. А вот и колбаска подоспела, докторская. Кстати, вкусная колбаска. Кстати, берите лучше вот такой маленький экспонат, чем большой, потому что сейчас жарко и недолго протянет вас большой такой кусочек. Можно его пожарить в любом фигурном варианте и плюс на бутерброд. Главное, правильно положите бутербродик на язык. Очень, кстати, вкусный. Из него можно сделать замечательные рулеты, плюс просто замечательные сэндвичи. Так что рекомендую. Без дрожжей и он из закваски. Ватные диски, как они выручают нас, женщин, когда нужно протереть свое личико и плюс освежить, и даже в медицинских целях тоже что-нибудь сделать полезное, да. Ну и мужчин тоже. Мужчины, кстати, протирают боковые зеркала ватными дисками. Заметила сегодня это. Это зубочистки, чтобы вычистить то, что осталось на зубках. Конечно, вы не будете крокодилом, но зубочистки всегда выручают нас, чтобы улыбаться красиво. Это гель для рук, которые дезинфицируют и плюс избавляют нас от микробов. Очень нужная вещь в походах и просто в магазине или в кафе вы пришли, и можно вымыть руки, если вдруг туалет не работает. Ну, моют там. А вы взяли гель и помыли. Это новинка, кстати говоря. Последнее на закуску, чтобы вы хорошо в этом плане испытали сейчас аппетитный, голодный вариант, это пицца, да, ой, детка, это пицца, вкусная пицца, Цезарь, очень вкусная, слюнки так у вас и потекли, вкусная пицца, какая диета, отодвиньте ее на зиму, потому что зимой никто не видит вашу фигуру шикарную, все лето вы трудились, педали крутили, бегали, потели. Так что это уже кончается, так что вы можете сейчас насладиться тем, то, что вы всю жизнь мечтали. Пицца манит вас и, конечно, расслабляет. Так что желаю вам приятного аппетита. Всем спасибо, дорогие друзья. Спасибо вам за то, что вы посмотрели это видео. Да, спасибо вам большое за комментарии. И, конечно же, я вас очень крепко обнимаю, целую. И также желаю вам приятного аппетита.